Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. И сегодня у нас, я не знаю, что это будет, смотровое прохождение или нет, но сегодня у нас игра с названием «Попадение Артура». Это такой перевод. В оригинале игра называется Arthur's Quest Battle for the Kingdom. Это игра, эпичная игра, вот написано 1.0 и все такое. Это эпичная игра уровня The Dark Apes. То есть, вот вы понимаете. Да, короче говоря, это у нас в детстве был диск в свое время, причем на ней, на диске с этой игрой, был кадр из Age of Mythology. Мы еще всегда с этого дела дико угорали и не могли понять, как так, из заставки Age of Mythology, да? Ну вот. Короче говоря, это, грубо говоря, FPS, шутер от первого лица. Ну, кто только не шутер, про короля Артура и всякие такие дела. Но, естественно, основная фишка того, что это жуткий трэш, а поэтому кто любит всякий трэш, который периодически на канале выходит, эта игра для вас, ребят, это прям вот для вас, это прям вот чётенько говорю, да, вам нравится, прям отвечаю. Я уже немножечко в неё тут поиграл, поэтому, естественно, все на максимальных настройках графики. Единственное, субтитры почему-то как говно выглядят, а вы поймете, почему в этой игре очень важны субтитры. Давайте начнем наше поникрутение Артура. Эпичнейшая заставка. Артур, на деревню напали черные гномы, нам нужна твоя помощь. Вот поэтому важны субтитры. А сейчас оцените просто, как будут повреждения наноситься гномам. Круто, да? Ни крови, ни ударов, ничего. А им попы. Вот такой вот это прям, знаете, вот трэш, прям убер-трэш. То есть вот... Это пока что только первая... Скажем так, миссия, она совсем простая. Нам надо убить атаковавших. Это кто не понял, это игра про короля Артура. Вот сейчас фильм выходит Гая Ричи про короля Артура. Это вот, вот можно сказать в каком-то смысле. В тему. В двери, конечно же, заходить нельзя. Вы видели, сейчас просто парирование было. Насучка. У меня пока что есть только одно оружие, поэтому... Ты чё, сучка? Ты сдохни. Где еще? И тут должна быть дохера вообще. Вот ты, возможно, прививку пойдешь. Сейчас 4 минуты. Послушай пока музычку. Уж больно он хорош с собой. А, здорово, чуваки. Я по вам не выпадаю, правда, извините, как бы. Ух ты, у меня здоровье-то как улетает. Вы что, поняли? Это вот сейчас в Elder Scrolls первый, там, Morrowind всякий, Oblivion ваш, вот это сейчас оно все отсосало просто вообще по полной программе. Причем, что по движку, какие-то чары у меня еще. При всем том, что по движку это, в принципе, похоже на как раз-таки Morrowind, Oblivion и же с ним. Но только если повреждения еще какие хотя бы по врагу. Я поначалу просто не понимал, я вообще наношу им какой-нибудь урон или нет. Все, я спас деревню непонятных ноунеймов, кто это еще такие все. Черные гномы нам больше не помешают. На этот раз мы отбили их атаку, но еще они, они еще вернутся. Я так примерно понимаю, что там написано. Что, ну, сами видите, какого качества субтитры. Артур, найди Мерлина в утесах грома. Может быть, он сможет помочь справиться с этой угрозой. Вот возьми этот лук, он тебе пригодится. Спасибо, чувак. Где? Это означает, возьми этот лук, он тебе пригодится. Я только что с вами ментарь. Поняли? А
Пустите меня назад в деревню, ребят. Вот здесь есть какая-то пасхалочка, если идти назад. Нет, есть только невидимая стена. Картонные, буквально, в смысле слова, декорации. Сейчас смотрите фокус. Мяу. Ух ты. Перед тобой находится фея. Феи — дружелюбные создания, которые будут помогать тебе. А красные феи восстановят твое здоровье, синие дадут тебе магические силы, которые помогут тебе в бою. Чтобы попросить фею о помощи, нажми кнопку «Использовать». Некоторые феи враждебные, постарайся находить их всех. А, некоторые феи прячутся, постарайся отыскать их всех. Феечка! Погоди ты, гном, ну. Так, я так понимаю, фея дала ему какие-то чары, наверное, да? Или она зарядила мое оружие, она стала синеньким светиться. Да сдохнешь ты или нет. Давайте посмотрим в настройках, я не помню. Так, боевой... Я извиняюсь, сейчас пропаду на секунду. Так. Удар, выстрел, присесть вообще-то надо бы на С. Ну, бег это у нас уже так, меч, лук, что-то такое, следующее, оружие, смотреть, смотреть, центрировать, обзор мышкой, присесть и присесть, ну, это я не знаю, что это значит, и вот это какая-то, использовать Е. Даже на джойстике играть можно, вы поглядите, какая красота! Ну, я не видел сегодня никаких здесь. Видите, вот все. Это теперь официально новая часть The Elder Scrolls. У меня есть 30 стрел. А, нет, это просто когда ты выбираешь оружие, оно говорит синеньким, понятно. Я не знаю, почему какие-то чары вон нарисованы. Ну, возможно, всему этому обучат. Сейчас вот я хотел показать прикол. Оба! 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 Слышь, фея, восстанови здоровье, пожалуйста. Спасибо! Слышь, сюда подошел? Че? Вы поняли, да? Это скилл, это мастерство. К сожалению, здесь нельзя быстро сохраняться и загружаться, поэтому опасно. Нас могут убить в любой момент. Гигантские пауки! Синие еще стрелы почему-то. Вы понимаете, да? Вы просто понимаете. Оцените уровень проработки мира. Кстати, этот раз быстрее не замочил. Так, там у нас фея, которая восстанавливает здоровье. Я не буду пока тратить фею, которая восстанавливает здоровье. Я, видите, с освещением наконец немножечко наладил. А то я даже выгляжу в этом в ублюдском освещении, как ублюдок. Давайте пока с мечом походим. А то 13, ну, трупы пропадают, конечно. Серьезно, это чуть ли не движок Quake'ов и прочего. Ярвей! Ну, если уж продолжать переть сечек мифологии, всякое говно. Самое интересное, сколько я здесь, можно всех их не убивать, можно тупо пробежать эту игру и все. Да, еще мы, почему я захотел ее посмотреть и сделать ролик, мне друган сказал, что ее можно пройти за час. Так, ну-ка, там что? А, мне туда и надо, понял. Да погоди ты, ну что ты, дай ты гном это прирезать. Что сказал? Кстати, можно ставить блок. Вы что думали, здесь боевая система, жми на кнопку и все, нихера подобного. Все по-взрослому, нет, здесь просто можно вокруг ковать, а можно наверх? Эй. Ну это ж... Все-таки не The Elder Scrolls, все-таки не Bethesda. Нельзя по любой, на любую ответственную скалу залезть. Ой. О, давай прокачай мне скилл, я так и не понял, что она делает. Что произошло? Что со мной случилось? У меня атака увеличилась. А, так может она увеличит атаку, кажется. Ну-ка, а здесь что? Это оружие так. Где паук? Что-то я отвлекся на показатели оружия и... Наверное, показатели... Ах ты ж, сука.
стандартно, то есть три удара, да? Все получше. А что это? Ебать, вы неудачники. Здесь еще плохо, мало того, что непонятно, когда ты по ним попадаешь и урон типа им наносится, да? Так хуёво еще то, что непонятно наносит, когда наносит тебе урон. Ну-ка. Давай. Вот как? Ага, стрелы, окей, тогда побегаем пока с луком. Патрончики, патрончики, патрончики. Это просто команда. Пойдем, чувак. Ебать вас тут, не, ребят. Опа! Понеслась, пацаны. Всех их соберем, всех их соберем, да, всех их соберем, всех их соберем, да, всех их соберем, всех их соберем. Уху! Уху-ху! Братва, танцуем, смотрите, что творится, а? Давайте, догоните меня, вы чё? Фига ты прыгучий. Похоже, суки. Счет зажать меня вздумали, да? Я вам зажму, блин. Они даже беззвучно умирают, они просто принимают свою смерть, как мужики. Опа! 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 Не, ну это, конечно, уровень. Что-то пауки даже забыли, по-моему, про то, что плеваться они должны. У меня, так понимаю, все-таки ударил, да? Ну. А теперь у тебя стою, ты не сможешь меня ударить, ничего. Чувак, вот смотри, я стою здесь, мне надо плевать. Окей. А если вот так подойду, смотри. Как бы и не плевак, и не плевак, и удар. Здесь надо плевать. Чувак, давай. Смотрите на него, это так очаровательно, серьезно. Он такой милашка. Он за всех сил пытается что-то сделать. Он не понимает, что. Что я делаю не так, почему я не могу попасть? Смотри, должен сделать вот так же, смотри, чувак. Понял? Давай. Бля, ты ебанутый. Вот так. Я, кстати, тоже не попадаю. Мы два дебила такие тут, там против друга, ладно. Лицы-то предлагаю пока. О, тут невидимая стена, ничего себе. Как можно было бы не сделать хотя бы элементарно каких-то знаков того, что нанесено повреждение? Блин, гномы, вот вы надоели, вот серьезно, вот гномы здесь неинтересны, мне не нравятся. Я дворфа-ненавистник, короче говоря, в этой игре буду. Такой Артур-гнома-ненавистник, Артур-расист. Давайте, вас двое теперь, ну. Ну, и чё? Ну, музыка, да, кстати, неплохая, согласен. Десять из десяти просто. Я думал, что Skyrim отсосал, когда... этот, как его называют... Херасе, когда в Никите... Мы там со... Чуть по тебе четыре удара, да? Когда мы в Никите с драконом боролись, кто не смотрел Никиту, то посмотрит Никиту. Вот. Но оказалось, это... Вы что? Никита, это так. Игра, они просто перестали, по-моему. Они... Серьезно, да? Я 10 стрел просадил и не попал в него, прикиньте. Вообще ни разу. Может, у меня что-то прицел сбился? Здесь нельзя нажать на правую кнопку и прицелиться.
Щемим! Щемим! Бежим отсюда! Ну, вы все знаете эти знаменитые игры, знаете, когда просто тупо коридоры, ты бежишь, всех мочишь. Ладно, давайте мы просто посмотрим на различных врагов. Пока, пацаны. Давай, все за мной, все за мной. Утренняя пробежка, ребят. Давайте, вы солдаты, я командир вашей роты. Погнали. Левый, левый. Слышь, не отставай там, держать строй. Ну, пидорасы, быстро шевели срахой, беги быстрее, падла. Еще и промазывает по мне. Ты, сука, ты вперед лезешь. Держи строй, ублюдок. Блять. Всех отжиматься заставлю, суки. Все в наряды пойдете. А почему музыка сменилась? Ебать, тут полчища тьмы просто. Адские полчища тьмы меня атакуют. Пожалуйста, нет! О боже, гномы в атаке! Ай, бля! Ну чё? Так, я стрелы заберу, окей. Ух ты, красные пауки, нихуя ж себе! А кто-то мне скажет, толку это за стрел такой, окей? На, получай, получай! Печка. Ну, композитор, похоже, реально постарался. Шпоинг! Шпоинг! 40. Чё-то мне синих фей давно не попадалось. Уи, 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 оу. Я просто, понимаете, освобождать эти леса, убивать всех этих монстров. Зачем? Когда можно просто пробежать. Я говорю, понимаете, я солдат на утренней пробежке. Насрать на все, я просто бегу вперед, понимаете? Даже в речку упасть нельзя. Ну, бля, ну правильно, да, солдату нельзя как бы в речку. Это уже будет этот, как его? На стрит-лыжи, бля, как оно называется-то? Дезертирство, да? Ты что, охраняешь мост, слышь? А если в щи? Когда синенький этот, то, видимо, проходит урон. У него в руках невидимое оружие. Сука, давай! Кто же это сделал? Давай. Пизда. Сам здесь сейчас скрип поломается. Приветствую тебя, рад видеть друга так далеко от дома. Видишь, что здесь лежали, что натворили лесные гиганты. Найди какого-то чувака, я уверен, что он окажет тебе помощь. Будь осторожен, друг, сейчас в этом лесу притаилось зло. Да оно не притаилось, оно, блядь, тут толпами носится. А, это типа ты мне рассказал, да, спасибо, я понял. О, надо же, я его убил, нихера себе. Ух ты. Я так понимаю, когда они вылетают синеньким, это что-то типа, то, что фея меня тогда подзарядила. А дайте мне еще синенькую фею. Не, ребят, пока не появятся хотя бы пауки, я отказываюсь стрелять из лука. А может сделать так? Оп. Не. Ну и чё? Я только на эпик настроился. Где моя эпичная музыка? Нет. Нет. Да-да-да. Ещё одна фиг. Блин, зачем я столько лечилок, серьёзно?
А я-то уже, блядь, обрадовался. Нет. Пошел нахуй. Пока, лошпеды! Какие-то чары вон там написаны. Какие чары, блядь? Я ничего не понимаю. Как вы могли заметить, в этой игре абсолютно нихуя не объяснили. Они просто как бы кинули эти чары. Вот написано внизу вон, чары. Что это значит? О! Давай посмотрим, как красный паук убивается. Ну, он плюется той же тем же зеленым говном. И точно так же падает с трех стрел. Ну ладно. То есть, по всем, что ли, три удара будет? Так, вот здесь уже серьезная развилка. Синяя фея, отлично. Так, ну, пацаны, давайте, как бы это. Там синяя фея, мне она нужна. С четырех стрел, хер поймешь. Без паники, я вас спасу. Я герой, король Артур. Пробежчик на длинные дистанции. Феечка, качай мне что-нибудь. О, а, точно, она прокачивает нам вот ущерб, атака, защита. Вот у меня защита 5. Ведь мы первая мне прокачала атаку на 5, вторая прокачала атаку, теперь у меня 10. Чем атака и ущерб отличаются? Типа сила атаки, но наносимый ущерб может быть меньше, чем сила. А, это хуёвые феечки, да, я помню. Неправильные феечки, которые делают неправильную магию. Да всех нахер, серьезно. Опа, неслась. Он периодически... Да иди ты нахуй, фишка. Он периодически просто перестает по всем попадать. Стрелы. Мне интересно, здесь можно максимум стрел какой-то собрать? Ну-ка! Ну. Эпичность! Ну, оцени. Я знаю. Батям какого-то говна. Ну-ка, феечка, подлечи к меня. Отпизди своих злых подруг. А, это поляна с веселыми грибами. Да-да-да-да-да-да, я про нее тоже читал. Опа. И чё? Это просто грибы. С них ничего нельзя взять. Ну-ка, если вот так вот их. Ясь, они еще и железные. Это детская площадка, короче. Все, пацаны, валим отсюда. Ну где еще может гриб железный стоять, покрашенный всякие, блять, иди в жопу. Всякие разноцветные цвета. Только на детской площадке. Я, по крайней мере, понимаю это так. По-другому грибы, так, похоже, дело там было какое-то ответвление. Ну ладно. Мы не прокачаем себе защиту, атаку или ущерб, или что там еще. У тебя ноги длинные, а? Пролетает на мою по башке, постоянно задевает. Шпойк! Ну да. 66. На кого бог пошлет? Здорово! Показалось. Окей, мы уже видели три вида врагов. Это... Кстати, мы до сих пор ни 1% не отняли. Это эти, как их называют? Пауки. Это гномы. И феи. Плохие феи. А есть еще хорошие феи. Ну давай тебя, в честь того, что это новый уровень. Я сегодня уже в двух руках оружие. Ты босс, что ли? Кому не говори. Или они теперь все такие борзы будут?
Тем более с ними драться неохота. Оп-оп-оп, чидо-оп. Ну-ка, прокачаем еще-нибудь. Что, прокачается? Ущерб на 2? Реально, какое это еще может быть выражение лица? Ущерб аж на 2! Ну-ка. Ничего себе так. Что-то я не особо заметил повышение какого-то ущерба и прочего. Все, да? Пока, ребят. И вот в обход побежали, вы посмотрите. Ну ничего, сейчас за нас примутся пауки. И пауки нам просто отвесят люлей. Не, ну это вообще шикарная игруха, это шедевр, вот просто серьезно, я даже не знаю, ну как, вот что здесь может не нравиться, объясните мне, это же замечательный симулятор бега просто. А если вам там хочется вообразить что-то типа, кстати, пауки меня ни разу не ранили, что-то более современный FPS. Это может делать так. Гигантский паук! Еще более гигантский, чем те гигантские пауки. Говно этот ваш гигантский паук. Пошел нахуй, даже связаться с тобой не хочу. Я вам, блядь, мамку вашу или папку, какой это был, не знаю, завалил. После этого с вами дебилами связывался даже вообще. Давай. О, защита 10 теперь. Ну я вообще не убиваемый теперь, пацаны. Лучше сразу отвляньте. А еще может дирижером немножечко себя почувствовать. Кстати, я находил пароли. Да-да-да. В этой игре есть пароли. Ну, вдруг вам станет так... Ага. Так сложно ее проходить. Кстати, здесь не было никакого выбора уровня сложности. Ага. Вы, видимо, пацаны очень крутые, да, тут на районе. Они все стремаются сюда. Я очкую, слышишь? Здорово, братья-дворфы. Я только плохих дворфов ненавижу. Я к хорошим хорошо отношусь. Дайте там мне топор или что там, какое третье оружие будет. Я пойду всех разносить. Здорово. Добро пожаловать в лагерь горцев. Хочешь пройти через шахты, да? Варианты диалога будут, да? Можно здесь? Нет. Боюсь, это будет... Чего? Сложно? Нелегко? Ну, очередные гномы захватили шахты, мерзкие твари, они заслуживают того, чтобы их наказали, вот. Блять, это субтитры, пиздец, просто белая полоса какие-то с начерточками. Если сможешь выйти оттуда непрошенных гостей, мы будем чрезвычайно благодарны. Да ёлы-палы, ну о чем ты? Наших братьев шахты этих тварей сможешь пройти дальше. Да мы, я понял, убей всех, пройди вперед, господи, это о чем ты вообще говоришь? Давай, все, нахер. Дай мне новое оружие. Не стой, как вкопанный, где я сейчас поебал, у тебя настучу, будешь мне такие тут. Командует он мне тут. Не стой, где ты, что ты стал? Это как? Саня, а что произошло? Выпустите меня! Замуровали демоны. Теперь. О! Тратится здоровье, тратится. Ола. Не, ну, а, это красный. Ладно, красные пауки, я понял, необычные красные.
Пойдем! Вы теперь все мои друзья. И ты, да, он говорит, и я? Я говорю, и ты, чувак, не переживай, все будем. Что за чары вот написано? Наверное, тут имеется не чары, а типа монстры, которые здесь обитают. Вова! Дафи! Ебать. Ты погиб смертью храбрых. Боже, а как Quick Save? Написано быстрая загрузка X9, а Quick Save. А, F6! Как в этом, в Вольфенштейне. Так, стоять. Охереть. F2 включает режим полета. Сквозь текстуры. F6, быстрая запись. Ну, охереть. Прощайте. Значит, все-таки можно сохраняться. Ну, это же было, да, да, ладно, признаю, это было неплохо. Опа! Ба! Нет, это просто есть кнопка, которая работает в игре, я не набирал пароли. Я просто начал перебирать, какие кнопки что значат, и эта кнопка значила вот это. А, что ты меня качаешь? Я поиски ты чары на гномов, что ли? Че? На гномик теперь, видите, там выделен почему-то. Ну-ка, F2. Оп! Чего это дело? Увеличенный урон по гномам или что? Control Alt Shift. Я не понял. Иди в жопу. Вот серьезно, я не вдуплил. Так, ну-ка подождите-ка, пацаны. Фея еще не до конца восстанавливает, это хорошо. Ракеда. Направляли, иду по головам. А вот гномы-то те другие обрадуются, когда выяснится, что я просто пробежал всю пещеру и никого не убивал. Ну реально, посмотрите, сколько, если всех убивать, заебешься. Опять же, я всегда придерживаюсь такой тактики. Игра позволяет не убивать. Я, может, Артур пацифист. Я не хочу убивать. Ну, так. Изредка ради удовольствия. Давай, ты что, еще один по-другому? Так, там пленные эти сидят. Как их оттуда выпустить? Убить всех этих дебилов? Или там рычаг какой-то есть? Ну-ка, пойдем проверим. Ребят, за мной! Моя братва! Это просто нажимаешь на кнопочку, и все. А в третьей двери был проход, я видел. Или в четвертой. Четвертый, значит. Ключик, видите, на стене. Гаечный ключ там был нарисован. Это гномья наскальная живопись. Тик.
Отвлекайте, хлопцы! I'll be back! Там один в стене застрял. Уедь. Так, где-то здесь у кого-то из них... Чувак... Иди отсюда, дурень. О, я спас его. Вот теперь я полностью осознаю, что я спас этого персонажа. Подожди, здесь где-то фея была. Атака 15 стала, окей. Что-то так требовалось, до хера ударов по ним, так и требовалось. Хотя мы увеличили урон, судя по всему, против гномов. И атака уже 15. Блять, о чем говорить, если... Блять, осъебите в жопу! О чем говорить, если я умудряюсь по ним в упор промахиваться? Ну, шут. Так, окей. Заодно сейчас узнаем, можно ли здесь набрать максимум стрел. Ой. Ой. Сжимать, пидорасы мелкие! Леонардо недовинченный. Так, F2. Повторяй еще раз. Эта кнопка просто так работает. Да. Я не использую паролей, читов, тренеров, еще какого-нибудь говна. Я просто жму на кнопку. Я ж себе оборотень! Ну-ка давай-ка посмотрим, что ты стоишь-то! Ну-ка давай! Сейчас подожди, что? Зато у меня теперь почему-то нет меча. Нихуя ошибаюсь! Слышь! Иди сюда, мразь! Где? Самое интересное, что булава на трешке, но меча на единичке теперь нет. Чуть за звук вертолета. Заберите меня отсюда! Так, это там оборотень. Ладно, окей. Сейчас, чувак, я тебя приду, не боюсь. Сюда идем. А ху-ху-ху, а не ху-ху тебе в ху-ху да будет. Ты, блядь, меня сейчас убьют, между прочим. Заканчивается здоровье. Кот побежал, слышь, стоять! Стой, ублюдок! Стой, сука! Ты мудак! Сейчас тебе эту ржавую булаву, знаешь, куда запихну? Говноед, а слов ебавший, а? Бля, 8 хп. Попал, прикинь. То хуй в кого попадешь, то прямо четко. Ты с чем вообще? Хера я вытворяю. Мы как бы разменялись, то есть как бы на выпаде. Ну, да, F9.
Так, где? А, понял. Ну ладно, давайте мы на этом, естественно, сегодня закончим. Я думаю, надо пройти ее целиком. О! Ах ты ж, сучка. Нет, погоди. Еще вот этого запиздим. Стой, дурак. Не надо, не надо. Не надо, успокойся, все в порядке. Вот так. А с луком парни-то опасные, прям вообще. А теперь давай, лечи меня. Чё ты, сука? Как-то она херово лечит. Ну ладно, давайте на этом мы на сегодня закончим. Ссылка на плейлист... Я хочу ее пройти целиком. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал автора заставки и музыкальной темы. И всем всего доброго! Играйте в хорошие игры! Чё мне до сих пор это перхать как-то не себе? Сука. Всем всего доброго и хорошие игры. Всем пока.